Давао. Наконец-то добрались. Сколько мы сюда ехали? 6 дней. Все фрукты мира здесь. Все фрукты здесь. Вот, вот зачем приехали. Вот. Последний рывок. Пароход. И домой. Все, паром. И вон туда. Осталось чуть-чуть. Вот она, лавочка, папайка, манго, авокадо, есть все. Угадайте-ка, чем мы тут занимаемся? Конечно же, едим дурианчики. На самом деле не едим, а только открываем. Сейчас будет первый кусь, он самый вот главный. Огурчик. Вот огурчик. Ну что, арансиль или пуят? Что вам показать, что я ем? Дайте мне это. Все, можете хоронить меня. Что там, Дян? Жив, красавец, Дян. Это Гайсана Молл. Один из самых хороших моллов. Большой, все есть, хорошие цены. И если вам что-то нужно, конечно же, можете приехать сюда и найдете все в одном месте. Вплоть от каких-нибудь мелких вещей, гроссери, до кинотеатров там и всего чего угодно. А плюс, да, как я сказал, он довольно недорогой. 4 или 5 этажей, 3 полных или 4 крытых, и 2 этажа здесь открытых, здесь кинотеатры тоже. Хороший вид на Давао, на Давао-Сити, тоже все строится в Давао. Конечно, не так, как в Торонто, в Маниле или в Дубае, но все же. А вон Самал, нам туда потом. Это горы, вон гора Апо. Открылся тут в Гайсана Молле новый такой attraction, archery. Короче, стрельба из лука. Очень что-то новенькое. Такие очереди там стоят, капец. Ну, вообще интересная штука. Из настоящего лука популярен. Вот Гайсана Молл на выходные.